Не отставай, Лиза! О, Тёма, нам правда нужно забраться на самый верх? Ну да, ведь с вершины откроется прекрасный вид. Вперед, идем, Лиза! Привет, Тёма! Привет, Лиза! А, вы здесь! Привет, друзья! Мы с Лизой хотим забраться на вершину горы, чтобы насладиться видом. Вперед! Ох, больше не могу. Тёма, я подвернула ногу. Ногу? Ведь ты же летела. Трудно поверить, я знаю, но это правда. Моя ножка, она болит. Это ужасно, как больно. Не плачь, Лиза, у меня есть идея. Вот увидишь, это тебе поможет. Лиза, а теперь осторожно попробуй встать. Ура! Ой! Тёма, теперь я вывихнула крыло. Вывихнула? Точно! Видите, друзья, как оно вывихнуто? Нет! Скажите «да». Я просто больше не могу подниматься. Лиза, у меня есть идея. Я придумал, как взобраться на вершину горы. И тебе не придется прилагать усилия. Правда? Но как же? Конечно же, на вертолете. Ты хочешь нарисовать вертолет? Ура! О, спасибо, Тёма. Странно. Похоже, тебе уже намного лучше. Как вам кажется? Да, намного лучше. Да, Тёма. Я чуть-чуть присочинила. Даже очень. Ты простишь меня? Да, конечно, Лиза. Скажи, Тёма, а как выглядит вертолет? Увидишь. Рисовать вертолет я начну с кабины. Проведу горизонтальную линию, нарисую небольшую выпуклость внизу. Вот так, и вернусь назад. Ух ты! Вот это кабина! А я нарисую дверь и окно. Готово! Отлично, Лиза! Еще одна горизонтальная линия, а на ее конце я нарисую хвост вертолета. А какой он? Как оперение стрелы. Смотри, две черточки, затем я их соединю и нарисую то же самое сверху. Это и правда очень похоже на стрелу. Теперь я соединю хвост с кабиной. А как вертолет будет приземляться? На лыжное шасси. Два прямоугольника, которые я соединю, нарисовав под ними длинный прямоугольник. А я нарисую выступающий конец второй лыжи. Молодец, Лиза! Ну, Тёма, как же вертолет взлетит? У него же нет крыльев. С помощью пропеллера. Смотри, кружок с черточками внутри. На кабине я нарисую прямоугольник и полукруг. Здесь будет основание пропеллера. Четыре длинных тонких лопасти. Я нарисую! Ей действительно намного лучше. Готово! Нам осталось его только... раскрасить! Вертолетом сама! Рисовать вертолет начните с кабины. Проведите горизонтальную линию. Снизу нарисуйте выпуклость и вернитесь обратно. Потом нарисуйте дверь и окно. Теперь еще одна горизонтальная линия. А на ее конце нарисуйте хвост вертолета, как оперение стрелы. Затем соедините хвост с кабиной. Не забудьте нарисовать лыжи, чтобы вертолет мог приземляться. На хвосте нарисуйте кружок с черточками внутри.
А на крыше прямоугольник и полукруг. Это основание пропеллера. Четыре тонких длинных лопасти – это пропеллер. Теперь можете раскрасить вертолет любым цветом. От винта! Готово к взлету! Готово! Ух ты, Тёма! Ты был прав! Вид потрясающий! А теперь, друзья, ваша очередь рисовать вертолет! До встречи, друзья! До встречи, Тёма! До встречи, Соня! 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 Привет, Тёма! Привет, Лиза! Привет, друзья! Я везде искала Соню, но не нашла. Вот она! Привет! Берегись! Соня, ой-ой, ты в порядке? Да, да. Но моя машинка сломалась. Не расстраивайся, Соня. Мы отвезем ее домой и починим. О, спасибо, Тёма. Идем домой. Вперед. Послушай, Лиза, нам не придется самим толкать нашу машинку до дома. Ведь есть специальная машина для этого. Она называется... Эвакуатор. Молодцы, друзья. Подождите, я сейчас. Знаешь, Соня, я могу давать тебе уроки вождения, если хочешь. Правда? Конечно, ведь я же королева автомобилей. Стой! Ой! Рисовать эвакуатор я начну с колес. Кружок. А в нем еще один кружок поменьше. Вот так. Потом нарисую длинный прямоугольник. Это платформа. Точно, платформа? А зачем нужна платформа? На платформу можно ставить поломанные машины. Точно. Затем нарисую треугольник с одной закругленной стороны. Вот так. Это кабина. Кабина? А это зачем? Хороший вопрос. Это чтобы... В кабине сидит водитель, который управляет эвакуатором. Точно! В кабине я нарисую окно. Это еще один треугольник с закругленной стороной. Потом фары и бампер квадратной формы. Лиза, нарисуешь маячок? Запросто. А как его рисовать? Полукруг на крыше. Ах, да! Готово. А теперь нужно нарисовать кран эвакуатора. Это будет длинный прямоугольник. Затем я нарисую крепкую веревку с крючком на конце. А для чего эвакуатору кран, Тёма? Чтобы поднимать машины. А теперь, друзья, пора его... раскрасить! Можем отвезти твою машинку домой. Лиза, тебе
теперь ты. Попробуй управлять краном. Ура! Осторожно, начинаю! Ура! У меня получается. Ты поведешь эвакуатор, Лиза. О, да! Ведь я же королева автомобилей. Не большеват ли для тебя эвакуатор? Чтобы получился эвакуатор, сначала нарисуйте два круга с маленькими кружочками внутри. Это колеса. Затем нарисуйте прямоугольную платформу. Впереди нарисуйте кабину водителя. А в кабине водителя нарисуйте окно. Потом фары и бампер квадратной формы. А на крыше полукруг. Это маячок. А теперь нарисуйте длинный прямоугольник, линию и крючок на конце. Это кран эвакуатора. Осталось только раскрасить его любым цветом. А теперь ваша очередь рисовать. Удачи! До встречи, друзья! До встречи, Тёма! До встречи, Лиза! До встречи, Соня! Транспорт. Я сейчас. Я же тебе говорила, что Тёма очень умный. А что он собирается сделать? Он нарисует для тебя коровий велосипед. Ух ты! В это трудно поверить. Сейчас я нарисую поезд. Ура! Я же говорила. Ну, почему поезд? Потому что поезд может перевезти сколько угодно пассажиров и багажа. Умница, Ромашка! Да что там, я вижу поезда каждый день. Обычно они проносятся мимо. Сначала я нарисую локомотив. Я их вижу каждый день. Я начну рисовать с кабины машиниста. Это прямоугольник. Поможешь мне, Лиза? Да, конечно же. Я рисую большой прямоугольник. Зум, бам, зум. Отлично. А теперь квадратное окошко. Вот. Затем нарисуем нос локомотива. Горизонтальная линия. Нарисуй еще одну, Лиза. Теперь соедини свою линию с моей. Пожалуйста. Что дальше рисовать? Трубу на крыше. Умница, Ромашка! Да что там? Я вижу поезда каждый день. Лиза, нарисуй прямоугольник, а сверху большую воронку. Так хорошо? Отлично! А чтобы закончить локомотив, осталось нарисовать... колеса! О, друзья мои, вы тоже много знаете о поездах?
Раз. Два. Три. Четыре. А внутри колес, черточки, это спицы. Но, Тёма, в этом поезде не хватит места для ромашки. И поэтому мы нарисуем... вагончик. Да, большой прямоугольник позади локомотива. Я хочу! А я нарисую колеса вагона. Теперь осталось только его... раскрасить! Какой красивый поезд! Не то, что те, которые... ты видишь каждый день! По местам! И поехали! Ромашка! Привет, Роза! Посмотри-ка на меня! Я еду в поезде! И я тоже так хочу! Рисовать поезд! Начните с локомотива! Прямоугольная кабина машиниста и квадратное окно. Затем нарисуйте нос локомотива, а сверху прямоугольник и воронку. Это выхлопная труба. Потом колеса. Раз, два, три и четыре. Позади локомотива нарисуйте вагончик. И еще два колеса. Раз и два. Можете раскрасить поезд любыми цветами. Не только тушат огонь. Они помогают во многих ситуациях. И снимают кошек с деревьев. О, я бы хотела быть пожарным. Это просто. Вот увидишь. Рисовать пожарную машину я начну с колес.
Вот так. Затем соединю колеса и нарисую большой квадрат. Я знаю, что это. Это кабина. Верно. Я нарисую прямоугольник. Это окно. Затем я проведу прямую линию. Вот такую. Платформа машины готова. Теперь очень важная деталь. Шланг. Короткие полоски. А еще нам нужна... пожарная лестница! Да-да! Сначала я нарисую круг. На нем будет лестница. А потом длинный прямоугольник. А я нарисую ступеньки. А на крыше я нарисую маячок. Вот. Вы знаете, как звучит пожарная сирена? Не беспокойся, киса. Машина почти готова. Да, осталось только ее раскрасить красным. Пожарная машина красная. Рисовать пожарную машину начните с колес. Потом соедините колеса и нарисуйте большой квадрат. Это кабина. Теперь нарисуйте в кабине окно. Затем проведите прямую линию. Потом короткую черточку. И платформа машины готова. Пожарной машине нужен шланг. А теперь рисуем лестницу. Кружок и прямоугольник. Не забудьте про ступеньки на лестнице. А на крыше нарисуйте маячок, чтобы можно было включить сирену. Теперь осталось только раскрасить машину. Вперед, Лиза! Может, и другим кошкам нужна наша помощь? Иду, Тёма! Ура! До встречи, друзья! До встречи, Тёма! До встречи, Лиза! Тёма! 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 Тёма